Всем привет! Сегодня будем крепить тяжелый предмет на стену из гипсокартона. Надежным и простым крепежом. В данном случае это медальница, но таким крепежом можно крепить и карнизы. Знаю случай, даже подвешивали мешок цемента. Вот так вот это будет выглядеть. Я наметил. Сейчас будем крепить. Мне нравятся такие вертыши. Они себя ведут, по моему мнению, лучше, чем моль. Моль непонятно как загибается за стеной. Причем мы не можем увидеть, правильно ли она загнулась или нет. Здесь в этом случае не нужна даже дрель. Можно шилом сделать отверстие, если нет дрели. И тонкое шило, то можно надфилем немножко подточить и все сделать. Отверстие нужно нам примерно 6 мм. Используем надфиль. Немножко раздадим. Готово. Теперь вкручиваем обычные саморезы. Я взял блестящие, чтобы имели хороший внешний вид. И прикручиваем. Все. Таким образом мы имеем надежное крепление и очень простое.